глубине уральских руд. Туда невозможно добраться на машине, поезде и тем более самолете. Некое иное измерение, через которое к нам могут попадать некие сущности. Что скрывает от посторонних глаз Медвежье озеро? Кто-то вынырнул из воды, и то, что вынырнуло, было похоже на змею. И чем угрожает местным жителям соседство с проклятым водоемом? Самые шокирующие гипотезы проверено Игорем Прокопенко. Сегодня в 18:00.